Всем привет, Зебраж 2019, информация от Дениса Ренева. Спасибо за эту информацию. Вот опять у нас сталкер, вот у нас опять Ctrl-D. Его вот по развертке разрывает. Ctrl-Z назад, и тут поможет нам именно функция Geometry и функция Wield Points. Нажимаем на нее, и теперь Ctrl-D. Вы видите, все нормально, можно с моделью работать, она тоже в хорошем состоянии, глаза, ремни, как и в Blender. Вот такая штука. Все, всем пока, до свидания.